проектировалось это здание, мы как раз болели космосом. Это была идеология, что люди наконец оторвались от Земли и полетели в космос. Так что это будет? Ну вот Леша говорил, что они хотят сделать вход в этот торговый центр под тарелкой. Вот когда они наехали вот так, это уже рейдерские здесь. А если мы их отодвинем, вот, между прочим, я скачал с этого логифа, и он тут пишет, что он мечтает построить самое высокое здание в Киеве. Что с тарелкой? Все, я вам все расскажу. Представляете, какой идиотизм? Все это тарелка рухнула. Природа мстит, и она будет мстить, потому что путь капитализма пройден, потому что человеческая цивилизация по сравнению с неопознанным миром – это единица, деленная на бесконечность.